Здравствуйте. Меня зовут Валерий Померанцев. Я работник сцены в цыганском театре «Монтажный цех». Нет, я сам не цыган, но очень-очень люблю романсы. Так что это работа, но, в общем, жаловаться грех. У меня есть разные записи, я хожу на концерты разные. И дома с женой на два голоса мы тоже любим попеть. Потому что романсы — это, мне кажется, это прекрасно. Романсы — это прекрасно. Прекрасно же, правда ведь? До работы ехать не близко, со станции Куровская, электричка, метро, троллейбус, но я ничего, привык. У меня небольшая зарплата, она здесь у всех такая, но здесь зарплата не главная, если говорить напрямик. Я иду на работу утром, вспоминаю утро седое, нивы печальные снегом покрытые, вспоминаю я, и голубеет небо над моей головою, и золотой солнце и вертится земля! Романсов, работник сцены. Еду на электричке к вокзалу. Жена приготовила обед с собою. Желаю удачи, милый, сказала. Недавленную в лавку мы едем. Токари, слесари, клерки, юристы, учителя, врачи, инженеры, малобюджетные артисты. Чтобы попасть на работу вовремя, надо успеть на 6:17. Конечно, нервы, конечно, трудно. И многие пьют, и многие злятся. И многие смотрят на меня с вопросом. Когда я втыкаю наушники в уши и нажимаю впуск, и регулирую громкость. И слушаю, слушаю, слушаю.